юноша Иоанн жил в Нижнем Новгороде во время княжения великого князя Василия Иоанновича. Был он честным тружеником, богобоязненным. Но тут напали на город татары. Многих жителей захватили в плен и увели в Казань. Среди пленников оказался и Иоанн. Отданный ханскому родственнику, юноша послушно и честно служил своему господину, Алишнуру. Ночами же оставался без сна и со слезами молился Господу, так как с детства был научен строгому исполнению требований христианской веры. Меж тем Алишнур все больше стал ценить своего слугу за исполнительность его и добрый нрав. И захотел он обратить Иоанна в свою магометанскую веру. Но кроткий, послушный и исполнительный юноша на сей раз воспротивился исполнить желание своего господина и твердо исповедовал своим единственным Богом Иисуса Христа. Тогда разгневанный Алишнур приказал казнить своего слугу за непокорство. Юношу вывели за город, смертельно изранили и бросили связанного в снег умирать мучительной смертью. Очнувшись ночью, святой с Божьей помощью сумел добраться до двора, в котором жили русские. Те позвали священника, чтоб мученик по христианской традиции причастился святых тайн Христовых. И после молитвы Иоанн с миром в душе приставился ко Господу. Пострадал он за Христа в 1529 году. Шестое февраля. День памяти святого мученика Иоанна Казанского. Thank you.